Ае People, привет всем из самого центра северной столицы. Этот ролик был выпущен при поддержке букмекерской компании 1xbet. 1xbet — это всегда высокие коэффициенты и большие выигрыши. 1xbet — надежный букмекер. Ну что, ребятки, я тут приоткрыл уже багажник, одел уже перчатки, намотал немножко бенза. Сейчас попробую запустить это животное. Ну как запустить? Заведется-то она навряд ли сама. А, вкусно бедом пахнут руки. О боже мой. Блядь, я скучал. Ну конечно, клемму никто не скидывал. Сейчас мы общими усилиями попытаемся ее завести. Один раз за летом ее заводили. С горем пополам завелась. Сейчас посмотрим, может, снова с горем пополам заведется. Так, подключили провода. Ну вот, сижу в Сиере. Холод собачий. Давай! Давай, малышка, давай! А я что вам говорю, Форд делает вещи. Нам нужно сейчас прикрутить назад ковш, потому что с него салазки я благополучно снял в сторону кабриолета, не знаю зачем. И... В принципе, надо как-то подготовить тачку к новому сезону. Первый снег прошел. Некоторые жигулисты даже уже успели покататься по парковкам. Но помойка, конечно, Сайра моя лютая. Мур перестал работать. Сейчас запарю видео. А есть жижа для гуров? Есть. Заливать сюда? Угу. Отрезать замок капота? Есть два каких-нибудь болта. Угу. Нам нужно сделать спортивные замки. Надо проверить масло, залить туда жижу, сделать спортивные замки и приварить ковш. Вот такой вот надел задач. В моторе масло Аволь, все как должно быть. Сейчас гур подольем, масло проверим, и пушка попрет. Сейчас проверим. Что-то по Аволю с того года. Вообще светлая и полная. Вот это стилечек. Тащит Авольчик. Масло в порядке. Собственно, из-за того, что я снял салазки, регулировки в пользу кабриолета, теперь у меня здесь такая картина. Короче, берем мы этот профиль, прикручиваем его к ковшу, а его непосредственно с другой стороны привариваем к полу. Приподнимем немножко ковш, будет он на жесткой сцепке. Короче, будет рэп. Рэп, шмэп, все дела. Наконец-то дошли мы до вопроса с капотом. Он теперь у нас на спортивных будет замках. Да все, все. Эту хуйню надо открутить. Это отрезать. Вот такие теперь у меня будут замки капота. Да возьми ключом. Держится? Да. Хуликаев. Полно. Быстро капот единственный не открыт будет. Когда
на то, что и да. Ну такой. Подготовочка идет успешно. Ковш вернули, гур налили, замки капота придумали. Тачка практически готова к сезону. Единственное, я бы переварил еще бак, потому что он течет. Ласточка завелась. О, появился гур. Жижу мы залили. Работает ровно, все офигенно. Вот. Ну и, конечно, спасибо Wheel Doctors, то, что подготовили мне частично тачку. Взбодрили ее, она живая. Сейчас еще съезжу к своим друзьям во Friends Garage. Они мне помогут решить вопрос со срущим выхлопом. И, наверное, переварим бак, чтобы он не тек. Я привез к вам свое дикое корыто. Я хочу ее немножко восстановить. Фронт работ небольшой, подготовить это вообще плевое дело. Сиера. Сиера. Начнем мы с того, что нам надо переварить выхлоп. Естественно, мы его должны переварить из говна и палок, лишь бы он не сёк и где-то заканчивался в районе заднего редуктора. Мы должны осушить бак, переварить бак, чтобы он не тёк. Потом я бы приобрел пару-тройку листов виброй шумки, короче, этой, и просто проклеил заднюю полку, чтобы отгородить вообще бак от салона. А так я на Сиеру бак потратить не хочу, поэтому все должно быть из говна и палок. Все сделаем. Ну все, я завтра тогда в районе 3 приеду, и мы осмотрим ее всю, пройдемся снова по списку, и я подготовлю все, что нужно, и мы это сделаем, я думаю, к концу этой недели уже будет вся фигня, потому что там ничего интересного особо нету. Окей. Все, люблю, целую, я погнал. Давай, слил. Приехал я во Friends Garage, и Сиера уже тут. Сейчас мы поднимем ее, прочекаем фронт работ. Ну и надо делать. При первом осмотре приговорили вот этот подшипник передний левый. Рейка вся вытекает со всех сторон. Надо заменить рейку, переварить вот эту гофру. И заклинило здесь тормоз. Как бы суппорт, что-то не алло. В редуктор по классике залить отработки или любого масла, которое есть. Ну, собственно, по техчасти, мне кажется, на этом можно финишнуться. По комфорту главное вот гофру заварить. Наконец-то вырезали эту дурацкую гофру. Сейчас замутим сюда чисто кусок трубы, чтобы по бичу без заморочек. Конечно, это все дико неправильно. И будет куча вибраций, но гофра заебала рваться. Решили замутить еще вот такие лыжи перед банками. Потому что за банки все время зацепляется. Именно поэтому рвалась гофра. Вот это вторая банка, а вот первая. Здесь лыжи посерьезней. Ну и, конечно же, вот кусок трубы вместо гофры. Просто хардбас, хардлайн. Идиоты. Бля, ну зато будет работать. Привез ништяк для Сайрочки, для моей девочки. Во Friends Garage несем речку. Уп. Тачка пуля. Сейчас вот еще речку подкинем. И будет вообще аганес. Так, появляются мои кастомные решения, мои тяги. Одна накручена, сейчас прикрутим вторую. Потом я хочу все-таки посмотреть, сыт, не сыт. И понимать, радоваться или не радоваться этой новой рейке. Но она по-любому должна быть получше, чем то, что у меня было, потому что не знаю, где оно уже. Потому что то, что у меня было, там вообще заливное прям текло даже, когда машина не заведена. За то время, что она стояла летом, АТФ-ка вытекла полностью. И я когда заводил, сейчас она просто на сухом руле. Ну, вроде все подключили. Сейчас зальем жижу. Заведем малыху. Посмотрим, как это все дело заработает. Во Friends Garage используются только качественные АТФ-ки фирмы Mercedes. Что на немецком качестве задвигались. Сейчас руль прямо. Ну, а колеса почти ровно на самом деле.
убрали, рейку поменяли. Впереди сезон зимний. Ай, пушка. Work hard. Ну, по сути, осталось только бак заварить. Сейчас бак снимем, отнесу, Максик его заварит и будет кайф. Приехал в эргараж. Здесь мой бак от Сьерры. Что-то он в том году весь потек, как сучка. И мы его в этом году переварили. Сюда еще внедрится вот такой противоотлив. Пару сосочек. И погнали. Надеюсь, больше ничего нигде не потечет. Потому что, если честно, я устал от запаха бензина в машине. Вот прямо сейчас на ваших глазах там доваривается мой чудесный бак. Мы скоро его установим, и Сьерра будет жить. Поедем катать. Потому что там уже, по-моему, накрапывает легкий снег. Макс, когда посыт бак? Когда поставишь. Ну, хотя бы честно. Вот такая вот термит конструкция. Немного повело, но ничего страшного. Будем надеяться, что все будет сухо и комфортно. Все, спасибо, Максик, спасибо, Эргараж. Я пошел ставить это чудо. О, да. Зато легкий. Все, люблю, целую. Маленькие радости большого дяденьки выглядит вот так. Эргараж сварил. Френдс гараж установит. Оп, оп. Та-да-та-да-та-да. Вот такая вот тут красота с прошлого сезона. Даже особо не подгнила. Сейчас мы сюда внедрим новый, ну точнее старый, по-новому переваренный бак. Все подключим. И после этого виброй отгородим, так сказать, багажник от салона. И потеплее будет, и поменьше бензом вонять. Ням-ням. А, кущий мой хороший, кущий. Клемму накидываем и запускаем. Давай! Запускай! А тихо, тихо, не дыми тут. Так, пока сухо, комфортно. Не вижу ничего, нигде не течет. Ну, сам бак по швам вспотеет потом. А сейчас мы смотрим именно на шланги. Со шлангами все ок. Ну, вот мы во Френдс гараже по технической части вроде все и сделали. Осталось единственное мне прикрутить защиту. И все. Тормоза тормозят, руль крутится, подшипник не шумит, масло не течет. Все, огонь. Сейчас проклеим еще виброй отделение салона от багажника, чтобы запахи багажника в салон не шли. Все, кайф. Будет тихо, комфортно и не пахнет сильно. У меня на сливе перенесен радиатор в багажник, и от него весь жар тоже в салон шел, пока я вот так не проклеил всю заднюю часть в сливе. Тоже отделил багажника от салона. Там шел жар, а здесь идет запах бенза. Все гениальное просто. Все. Раскатается. Конечно, раскатается. Все. Все. Вот и готово. Все, братюня, можешь вылезать. Как вы думаете, что я мог забыть? Правильно. Забыл масло поменять. Любимое масло Аволь. Сейчас мы сольем старое, поиграем немножко со сливной пробкой, а то-то что-то с ей плохо. И просто-напросто зальем новое, отличное 5W40 SRush. Короче, посмотрим, сколько проживет этот мотор. Я вам напомню, мы в том сезоне на задранное колено подкинули новые вкладыши, и мотор до сих пор ездит. Посмотрим, выживет ли он первый выезд боевой в этом сезоне. Ну вот.
Вот и все. Friends Garage подготовил мою малышку к зимнему сезону. Проделали подготовительные работы. Все готово к снегу. И он вроде по мелочи начинается. Но это не точно. Хотя снежинки вроде падают. Вдруг даже сегодня получится прокатиться. Ну а так, выхлоп вернули на место. Бак переварили, вернули на место. Отшумили багажник от салона. Обслужили задние тормоза. Поменяли передний подшипник ступичный. Короче, поработали, чтобы ничего нигде не ссало. Ничего нигде не сосало. Чтобы, короче, все работало. Надеюсь, что в первый выезд не отъебнет мотор. Надо купить запасной. Ну а так, что, поехали кататься. Под капотом на болтах, блять. Ае, камон, эврибади, уже зима. Мы нашли снег, мы искали его ровно пару дней и наконец-то нашли. Вот такая вот шикарная большая площадочка, и мы приехали сюда своей бандой. С головы теперь у меня пишет GoPro 7, я надеюсь, вид и звук, и вообще все будет лучше. Ну, а пока вот такая превьюшечка. У нас тут куча тазов и сайронька. Снежный дрифт! У-ху! Ну что, ребята, пришла зима наконец-то. Ну, точнее как, в город она еще не пришла, но у нас тут за городом есть спотик. И мы сегодня здесь будем катать. Вопрос. Сильно слепит мой прожектор? Нет. Нормально? Вообще, по-моему, охуенная катка. Если туда не смотреть, прям на тебя, вообще. Я разочарован, что я на жопу шип не поставил. Да ну, на самом деле, как бы Сиерка дугу пишет длинную пизда. Я вообще на лыжах. У меня БДшка прошлогодняя, что наебали стояла, я сейчас на жопу поставил. Но спот топовый. Здорово, пацаны. Да, самые бешеные. Ну что, по-моему, блядь, охуенная пати. Вообще. Смотрите, вот оттуда следы идут. Идут. И четверочку найдут. Эпик, да? Эпик фейл, да, первый на районе. Пизда. Слышишь? Второй. Что-то ты очень плотно туда зашел. Бля, о, выхлоп стиль, да, какой, блядь. Ежи, да, ты там живешь, да? О, бля. Давай, заводи. Да она по-любому заведется. Радик новый не пробил, блядь. Сука, блядь, нахуй тебе ударил, блядь. Да ладно, ну что ты гонишь-то, все бывает. Сейчас должен завестись, давай. Ес! Давай заднюю передачу. Глуши. Да, бля, тут по хуйне ремонт. Свети, давай посмотрим. Надо лонжики посмотреть, братан, и стаканы. Метол сегодня. Дергай там, а пацаны здесь. Я так обычно делаю. Давай. О! Ой, акум, блядь. Ой, новый Радик живой, акум вообще. Да все нормально, Радик подмахнуть. Стой, подожди. Как ты завел?
Не, ничего, все нормально. Да. Надо лонжерон посмотреть. Лонжерон, да, лонжики, блядь. Лонжики. Надо завязывать сугубо. Начало зимнего сезона положено. Первые крэши тоже уже начались. И вообще, конечно, снежный дрифт, снежное настроение, это очень круто. Если вы до сих пор не увлекаетесь дрифтом, то сейчас самое время начать. Нормально все получается. Ну ты как всегда красавчик. Что мне бортуешь, блядь? У меня тут все от Приора. Ты же Шестнарь живет? Электроусилитель, все от Приора. Шестнарь живет, да, там? Живет. Нормально все. Здорово. Все, поехали кататься. Ребятки, и закончился первый выезд. В принципе, на машине из видимых повреждений только вот эта дверь. Я в начале сезона очень хотел восстановить ее в идеал, и слава богу, я этого не сделал, потому что это все абсолютно бессмысленно. И если вы занялись зимним дрифтом, ровная машина вам точно ни к чему. Ну, конечно, если вы хотите ездить парно, близко, ну, в базе, так сказать. Сейчас посмотрим с другой стороны. Да, здесь все так же, как и было. Вот поэтому я езжу с такими дверьми уже третий год. Все. Кайф. Занимайтесь дрифтом. Дрифт – это весело.